23 февраля в 18:00 в Музее изобразительных искусств пройдет вечер молодой мужской тагильской поэзии. Поэтический вечер – часть фестиваля молодежных культур «Вверх по вертикали», который выиграл грант конкурса социальных проектов Евраза «Город друзей, город идей». В сентябре будет издан сборник молодых тагильских поэтов. И в рамках издания этого сборника мы запланировали несколько поэтических вечеров. И первый решили сделать, тем более праздник 23 февраля, День защитника Отечества, именно вечер, посвященный мужской тагильской молодой поэзии. На поэтическом вечере любой желающий сможет прочесть свое любимое произведение.